26-летняя Мерьем Узерли, согласилась на участие в провокационной фотосессии. Немецко-турецкая актриса и модель примерила эффектные образы для модного журнала. Звезда сериала «Великолепный век» снялась для глянца «Самдан Магазин». Мерьем запечатлена на разных этапах работы с фотографом. Она позировала в белоснежном банном халате, дерзко обнажив плечи и грудь. Узерли украсила зону декольте шикарным колье с бриллиантами. Аутфит дополнили кольца, инкрустированные камнями. Артистка сделала лаконичную укладку и оставила волосы распущенными. Она предпочла нежный макияж в теплых персиковых тонах. На некоторых снимках красотка прикрыла глаза стильными солнцезащитными очками. Молодая мама также надела стильный брючный костюм с жилеткой. Она похвасталась своими длинными стройными ногами в классических черных босоножках на завязках и шпильке. Мерьем затем переоделась в вечернее платье из летящей ткани золотистого оттенка. Плиссированный наряд подчеркнул изящную фигуру звезды. На ее руке красовался крупный браслет. Она позировала в движении. Пользователи остались в восторге от усовершенствованных форм и роскошных образов актрисы. Они похвалили ее за потрясающий результат работы над собой. В роли Хюрем была такой пышнотелой, а сейчас изящная, очень красивая, хвалю. Я вас обожаю, вы невероятно женственная и уверенная в себе, крутая съемка, гламур, классная. Худышкой стала. Невероятная, молодец. Просто шик и блеск, написали они. Мерьем блистала на фестивале музыки и кино в Доминикане. Актриса выбрала пикантное белое платье с декольте и стала похожей на невесту. Она очаровала шоумена нарядом без белья. Звезда похвасталась роскошными формами в опасном аутфите с высоким разрезом. Артистка объяснила свой скандальный уход из сериала «Великолепный век».